И на YouTube. Чем, между прочим, будет популярнее стихов, если весь процесс. Сколько людей стихи пишут, в отличие от пельменей. Хорошая штука получается. Ну вот где-то 3/4 дюйма толщиной, пару футов длиной, порезать на колобки. Сейчас будем делать колобки. Эх! А ты комментарий пустил, это пранк, конечно. Учиться, да, и вот поехали. Колобки. Вот так, каждый где-то 5 сантиметров кубический. Потом берешь его. Раз, два. Ты один, покажи раз, полный два. Процесс. Вот. А потом... Для кино. И вот так вот ты, блинчик ты, раскотишь. А потом садится Юра, из этого блинчика делает вот такое, смотрите. Вот так вот, раз. Края залепил, образовались ушки. Ушки вот так вот вместе слепил и на тарелку. Вот тут красиво. Тарелки скапливаются. Вот. Красиво. Красиво. Надежно. Хорошо. Вкусно. Это баранина, много лука, много перца.